Аминь. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Всем доброе утро. Доброе утро. Благодарю всех за молитву. Слава Христу. Если есть у кого вопросы, пожалуйста, вот Игнат Тихонович с нами. Да. Александр. Давай. Александр за всех один отвечает. Не, у меня вопрос такой. Знаете, я думаю, как будто я бестоват или как. Вот я работаю до тех пор, пока у меня силы кончаются. Вот я сейчас взялся за брусчатку делать. Вот. И вот я пришел позавчера, да? Я вот упал, у меня даже руки не шевелятся, аж это самое. Как вот избавиться от такого вот, ну, я не знаю, я вот работаю до упора. Ну да, хорошо, до упора работаешь, и вопросов нету. А если знаешь, что у тебя сил нет, не окончи, сиди спокойно, отработал свое. Тут детский вопрос совсем. Да, ну, конечно. Да. Я, видите, нигде один не бываю. Вот решили делать, тут все задействованы, сколько вот, 68 человек, кажется, помогали. Проповеди, которые есть, озвучить, а теперь в Word перевести. Раньше я бы даже разговаривать не стал, печатал день и ночь бы. Все, а тут какие помощники. Меня в 100 раз увеличили. С Богом, брат. Так что отдыхай. Бери помельче. Так, еще вопросы есть? Доброе утро, мир вам. Доброе, с миром. Вопрос-то в такой вот. Вы были в миссионерской поездке на «Газели», распространили книги свои. Вот, и распространение по библиотеке бесплатно. Вот это означает только, вот в библиотеку, говорится, подарили книги свои. Это означает, что любой человек, который живет в той или иной стране, может прийти и прочитать, взять эти книги на время, ну, прощения, или как? Что-то совершенно непонятная речь. Переводчика дайте, толмача. Он спрашивает, возможно ли те книги, которые вы раздали по всем, куда вы ездили в миссионерских поездках, может любой человек прийти и взять и почитать? Вот он что спрашивает. Читать. Приобретать надо, а не читать. Нет. Которые вы раздали по этим самым, по библиотекам. Ну, которые в библиотеке, там они по рукам идут. Обыкновенные библиотечные книги. Все. Мы же в библиотеке дарили-то. 650 библиотек получили от нас книги. И вот подписывают, в Дании мы были, она показала мне там здание двухэтажное через, ну, канал, кажется. Это, говорит, Королевская библиотека. Сегодня ваши книги уже будут в ней. Вот в другом месте, где мы были, мы еще не успели книги свои там оформить где-то, а уже по рукам. А библиотекарь говорит, да подождите, я запишу, кому взяли-то, потому что книги совершенно необычные. Много фотографий. Ответ на 1000 вопросов. А то начали говорить, да их так взяли, лежат они, или попы там сожгли. Да, было. И вот пришел из семинария священник, будто бы, и говорит, нам такие книги бы достать надо, у нас занятия идут. Он говорит, а вы пишите, покупайте. И они ему не дали, осинники, Кемеровская область. А мне сразу сообщили, все бывает. Христос шел, в одном месте приняли его, в другом не приняли. Круто рассудили, а сжечь их надо. А за что? Ты поработай с ними. Так что мы сделали подарок на сегодняшние деньги, не имея денег, на 35 миллионов рублей. Этого в мире никогда не было. И мы проехали 120 тысяч километров. Это 3 раза вокруг земного шара по экватору. Это Господь побудил, и благодать Божия выполнила поставленную задачу. Самое было опасное, когда в Швеции сломалась машина полностью. Оказалось, полетел какая-то шестеренка, которая там перекачивает горючее. И Господь все равно нас вытащил оттуда. Получились новые данные. Вот я сейчас назад оглядываюсь в своей жизни. Много было в моей жизни того, что сразу не хотелось. Хотелось, чтобы без этого. Все по-другому бы было, по-другому. Если бы меня не арестовали, если не посадили, не было бы того, что сейчас есть, какие связи, с кем, опыт. Дальше суд шел 11 лет плохо, да, плохо, но процесс выигран. Власти рассчитались 13 сотых и 2 здания мне. В
все оформили, в одном здании церковь сделали. А сейчас на это место претендуют, улицы целые убирают для строителей. Ну, мы ответили на все вопросы, и мы единственные, которые ответили, пока ничего вас трогать не будем. Это единственное на страну, может, на весь мир здание, через страдания получено. И приехал главный мэр, лучший мэр страны. Я отдал лично. И главная центральная газета местная губернская все опубликовала с фотографиями. А не было бы ареста, ничего этого не было. А опыт вообще нигде его из бумаги не возьмешь. Я вот с кем разговариваю, а что он, преступник, сидел, не видел. А я и там что-то записывал. Стихи вынес какие. Дело Божье. И так что, Алексей, на все нужно смотреть. Да будет воля твоя. Я когда молюсь, меня просят с разных стран помолиться. С разных. Вот слышали, вам Бог отвечает. Он Бог везде отвечает. Моего там ничего нету. Я просто верю, что Бог слышит и отвечает. Не надо 100 раз там говорить, Господи, помилуй. Достаточно 3 раза. В каждом месте ты положи, что тебе Бог открывает. На одном месте стоят. Значит, не было духовного рождения и не было крещения Духом Святым. Бог сразу возносит на другую высоту. 20 глава, 9, 8, 11 стихи пророка Иеремии. Читай. Войди в эти стихи. И все эти вопросы боком пройдут. Вот так, дорогой. Слушай. Никого нет, отхожу.